1500 мигрантов высадились на берег Италии всего за 4 дня, сообщают в МВД страны. Такой наплыв объясняется хорошими погодными условиями, отмечают в ведомстве. Там уточняют, что рекордной выдалась среда. 27 декабря на итальянское побережье прибыло 723 человека. В праздничные дни много работы было у НКО, проводящих поисковые операции в Средиземноморье. Волонтеры организации Sea Watch спасли 118 мигрантов, включая дюжину несовершеннолетних, самому младшему 3 года. Команда SOS Медитерране пришла на помощь 244 терпящим бедствие людям, доставив их на борт Ocean Viking. Итальянские власти назначили Бари портом высадки. Судно, как ожидается, прибудет туда в ближайшие дни. Во вторник судно НПО CI взяло на борт 106 мигрантов, обнаруженных в акватории между Мальтой и Лампедузой. По данным ООН, с начала этого года более 260 тысяч мигрантов из Северной Африки пересекли Средиземное море и достигли побережья Европы.